Чего, блядь? Не обращайте внимания на составку. Просто мне очень хотелось ее вставить. Но вы же понимаете, то, что я живу по правилу. Если ты, Геннадий, не смог вставить, то день прошел на смарку. Алоха, товарищи, с вами Суперген. И я решил запилировать еще одно разговорное видео, потому что предыдущее видео, которое было связано с ЕГЭ, достаточно хорошо зашло. Я думаю, то, что вы наверняка не догадываетесь, о чем будет происходить это видео, потому что я так завуалировал название, то, что вы, наверное, даже не догадываетесь, то, что это может быть видео на Ютабе. Возможно, вам показалось то, что это какой-то мемас в ВК. Хотя, судя по качеству заставки и в целом по всему контенту, выше мемаса это в принципе и не тянет. Речь сегодня пойдет о E3. Расскажу вам, что такое E3, вдруг кто не знает. Короче, сцена, не обязательно вот такая, просто сцена. Представьте, сцена вот здесь, сцена, представили, да? Два или три экрана на сцене прям. Выходят пацанчики из-под экранов прям, выходят, это новация такая. Выходят на сцену и они как бы показывают гамерам, которые сидят в зале, что у них имеется в загашнике. Но самая главная фишка в том, то что гамеры, которые сидят в зале, они не сразу могут распробовать и почувствовать те приколюхи, которые имеются в загашнике у этих пацанчиков. И приходится год-два где-то примерно жить мечтами о этом пацанчиковом загашнике и как они будут это все пробовать и испробовать их загашник. Пацанчиковый. Вот это есть E3. Перед тем, как начнется обсуждение, я хочу, чтобы вы поставили этому видосу лайк, подписались на мой канал, нажали на мои колокольцы под видосом, они находятся рядом с подписочкой, прям рядышком, как только нажали подписаться, сразу колокольцы появляются, как бы дополнительная опция, чтобы видосы приходили вам сразу же, вот такие вот видосы топовые, приходили вам прям ежесекундно, просто YouTube сразу присылал вам их. В разных ипостасях, по электронной почте, просто бумажкой принесли бы, на бумажке, на кассете бы специально принесли бы, чтобы вы смогли спокойно магнитофон вставить, посмотреть. Делитесь этим видео в социальных сетях, чтобы больше людей узнало главную тайну. Почему все-таки Габи Невилл не анонсировал Half-Life 3? Конечно, этим видео поделиться не стыдно, потому что это видео классное. Ждете, наверное, почему я решил, что это видео классное. Я заглянул в будущее и узнал, что это видео классное. Пруфы вам нужны, да? Просто так вы на мои слова не верите. Ладно, я понял тебя. Приоткрою, вот только ради тебя, занавесочку тайны, и покажу скриншот из этого видео, чтобы вот ты понял сразу, вот после вот этого скриншота, что ты понял, то что это видео классное и интригующее. Вот скриншот. Даже я сейчас заинтриговался, хотя я просто в пустоту посмотрел. Но я представил этот скриншот, я понял то, что это видео классное. Поэтому делитесь этим видео сразу же. Можете сразу, вот прямо сейчас ставить на паузу, копировать ссылку и вставлять ее во все соцсети, которые только знаете. Вообще, вот только даже сеть, которую только вот пацан сидит, придумывает сеть только. Вы сразу подлез, скажете, первым делом, что будет в твоей сети, это видас Генки сразу же. Потому что видео классное, вы поняли, да, все, если вы потеряли сознание, я могу подождать несколько секунд, и чтобы вы пришли в себя и смогли посмотреть этот видос дальше, давайте. Все, в принципе, время нормально прошло, только вы понимаете, что это только скриншот, некоторые сознание потеряли, только от скриншота. А сейчас будет целое видео, поэтому сядьте поудобнее, чтобы, если что, вам удобно было падать в шоке. Поэтому делитесь, лайкайте, подписывайтесь на мой канал, звоните в мои колокола. Все, теперь поехали. О, заставочка-то еще какая, огонь! Так, стоп, а где взрыв? Ладно, обойдемся без взрыва. Итак, начнем сразу же. Да ладно, да вот. А сейчас вот взрыв был, вот вовремя. Спасибо. Нанимал пиротехника, зачем? 15 гномов, блин, на один рычаг нажать нужно было, один, сука, рычаг нажать нужно было. Нет, блин, они даже не успели вовремя нажать на рычаг. Господи, что за команда? Вот поэтому, если хочешь сделать что-то, сделай это сам. Гениальная фраза, только что сейчас придумал. Запомните эту фразу, она будет очень популярна. Итак, начнем сразу. Гном, вот нафига он сейчас нужен? Вот скажи, нафига он сейчас нужен? Ты просто тратишь бюджет канала, которого и так нет. Ты понимаешь это? Танцуют они, радуются, да, ага, классно, весело, рычаг-то веселый, взрывать енку-то, а, классно, да, весело.
долбанутые какие-то, нах, все поувольняю. Вроде нормально, вроде не слишком страшные. Таково я обманываю, в смысле страшные, как бы, ну, ты что видишь, то, что, как бы, красота сама сидит. Глаза-то не обманешь. Начнем сразу же с козыря самого видео. Этого самого видео. Почему Габи Невилл не анонсировал Half-Life 3? Я провел собственное независимое расследование. Ведь сейчас это модно. Вы, наверное, сейчас хотите узнать, почему я сделал вот так вот головой. Просто у меня нет второй камеры, а пародию на дружку по-другому не сделаешь, поэтому мне придется делать вот так. Half-Life 1 была сделана в 98 году. Half-Life 2 была сделана в 07 году. В 2014 году был конец света, а ровно через 3 года, в 2017, ну если кто не понял... Что я не понял? В смысле ты не понял? Ну в календарь глянь, ну в смысле ты не понял? Ну, да, да, а теперь тебя ждать нужно. Да, теперь тебя ждать нужно, пока ты в календарь смотришь. Иди в жопу, поверь мне. Вот поверь, 2017 год, отвечаю, братан, честно, все, без пруфов даже, поверь, честно. В 2017 должен был выйти Half-Life 3. Все сходится. Но почему же Half-Life... Вся моя фанатская база, состоящая из... Короче, большая пришла сюда, чтобы услышать это из моих уст. А не из моих уст, но в пародии на дружко. Габен просил держать эту тайну в секрете. Генка, плиз, не говори, целую, Габенушка. Прости, Габен. Но люди должны знать правду. Короче, как переводится Half-Life? Половина жизни. А сколько половин может быть в жизни? Поэтому Half-Life 3 никогда не выйдет. Но только если у Габена закончится мани. Гейб, 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 ты слышал, какой ажиотаж вокруг в Half-Life 3? Какой в жопу ажиотаж? Это игра про физика-водопроводчика, который бегает по крышам и долбанит всех кирочкой. Да, это она, и люди ждут ее продолжения. Зачем? Они хотят дать тебе денег за него, Габен. Так почему ты молчал? Говори, что они хотят? Они хотят нелинейность, кастомизацию персонажа. Ну и конечно же, они любят тебя, поэтому они хотят от тебя продолжения. Но больше всего они хотят анальный ебатрон 2000, чтобы убивать все 800 видов хэдкрабов, которые ты добавишь, Гейбен. Ну и, конечно, моды в Майнкрафте. Чё? Моды в Майнкрафте. Кирочки там разные. А может, шапки в Team Fortress? Нет, Габен, они хотят Half-Life 3. Отличная идея. Half-Life 3. Что? Что? Я не слышу тебя. Что? Что? Half-Life 3, Гейбен. Half-Life 3. Алло? Это отдел программистов? Челлид, замутите мне, пожалуйста, еще парочку шапочек для Team Fortress 2. В жопу, я ухожу. Ну, Боб, плиз, не уходи. Меня зовут Виталя, придурок. А кто это был вообще? Вообще, что интересного было анонсировано на E3? Много интересных новых игр. Продолжение старых, тоже не менее интересных игр. Многие люди будут ждать эти игры. Но я не буду входить в число тех людей, потому что у меня как бы даже Sims на минималках лагает. Поэтому я продолжу играть на эмуляторе PlayStation 1 и в Minecraft стандартный, потому что с модами лагает пизды. Видео, наверное, вышло коротким, но захватывающим и интригующим. Потому что...
была раскрыта самая главная тайна игропрома. Прости, Гейбен, люди должны знать. Поэтому я на этом заканчиваю. Если вам понравилось это видео, то поставьте это видео лайк. Подпишитесь на мой канал. Пожмакайте колокольцы, которые рядом с подпиской, чтобы видасы приходили вовремя. Делитесь этим видасом ВКонтакте, чтобы все знали. И вот у вас именно на стенке был главный ответ, почему Half-Life 3 не вышел еще и не выйдет никогда. Чтобы вам, когда зашли к вам на стенку, создатели ВК, просто Павел Дуров зашел бы к вам на стенку, он увидел, почему Half-Life 3 не выходит, и он дал бы вам галку ВКонтакте за это, потому что как бы вы разгадали тайну. И чтобы эта галка была у вас, постите этот видос везде, где только угодно, в ВК, в Одноклассниках, на Mail.ru, в вопросах, просто говорит, почему этот чувак такой охуенный и классный. Поэтому постите этот видос везде, чтобы было все круто у вас. Вот, подписывайтесь на группу ВКонтакте, там мемасы. Больше ничем моя группа, в принципе, похвастаться не может. Группа паблик ВК. И анонсы там еще иногда бывают, да. Ну, иногда, когда я вспоминаю пароль от своей страницы и могу зайти и написать что-нибудь там. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Надо, короче, вставить вот 3 раза, когда я ошибся в тексте, в конце видео, чтобы... Получилось, как вот, вот справа будут титры такие идти. Будет идти какая-нибудь китайская музыка, и я как Джеки Чан буду стоповым монтажем, когда... Перед тем, как начнется это видео, я хочу, чтобы вы поставили этому видасу лайк, подписались на мой канал, нажали на мои колокольцы, которые находятся подо мной, рядом с подписочкой, поделись этим видео в соцсетях. Прям там, в соцсетях, вах, как, блядь. Делись ими там, блядь. Выходи, блядь, в соцсети. На, раскидывай, как мэр Сочи, просто выкидывай все эти видасы. Перед тем, как начнется обсуждение, я попрошу вас поставить лайк. Что не так? Я скороговорки же говорил, что ж вы не так? Я ж этим ртом выговаривал скороговорки. Почему я слово выговорить? Подпишитесь, не могу выговорить слово. Подпишитесь, от топота копыт пыль по полю летит. Ехал грека через реку, вид грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку греку цап корабли. Лавировали, да не вылавировали. Блин, не могу сказать слово подпи... Все, не буду. Перед тем, как начнется обсуждение... Эй, блин, ну ладно. Эй, дурак, господи. Взял образ. Перед тем, как начнется обсуждение... Что за говно? Почему я могу слово «начнется» теперь выговорить? Начнется. Перед тем, как начнется обсуждение. Почему Гейб Ньюэлл не анонсировал Half-Life 3? Half-Life! Господи, какой Half-Life! Мастер спортивного ориентирования, Геннадий, приступает к своей работе. Бой! Я не могу просто...